Как принять участие в городском конкурсе «Сказка на колесах»? В преддверии всеми нами любимого праздника Дня рождения российского Деда Мороза объявлен конкурс, необычный «Сказка на колесах». И в нем могут принять участие все владельцы колесных транспортных средств. Это автомобили, мотоциклы, скутера, даже велосипеды. Само название «Сказка на колесах» говорит о том, что это транспортное средство должно быть оформлено в сказочном, таком немножко необычном виде и представлено как раз в день рождения Деда Мороза, который будет проходить на площади Славы. Оформить можно чем угодно. Может, кто-то придумает сделать свое транспортное средство как сказочное средство передвижения, может, каким-то сказочным героем, и будет приветствоваться, если водитель одет в образ какого-то сказочного героя. И даже если пассажиры будут одеты, то это очень замечательно. И самое главное, победителей ждут призы. Призы ждут всех участников этого конкурса. А победителей, конечно, я думаю, что такой приз, как 200 литров бензина, обрадует наших победителей. Полное обслуживание машины на автомойке. Причем не один раз. И, значит, сертификат в магазине автозапчасти тоже для участников и победителей этого конкурса. Подробнее о нем можно будет узнать. В принципе, о нем информация уже дана в газеты. Информация есть на сайте. И, конечно же, уважаемые участники, кто будет принимать в конкурсе, обращайтесь в Дом культуры, мы вам подскажем. Обязательно нужно заполнить заявку, чтобы во время проезда вашего автотранспортного средства или какого-либо средства передвижения на колесах мы со сцены могли рассказывать, кто вы, почему придумывали, какой герой или какое сказочное средство передвижения, потому что гостей будет очень много 18 ноября, и на ваше произведение искусств будет очень много желающих посмотреть. Так что, уважаемые устюжане и гости, у кого есть в наличии транспортное средство, у кого есть желание поучаствовать, креативное мышление, творчество, я не знаю, что там еще сказать, группа поддержки, пожалуйста, принимайте участие. Приглашаем за покупками в Мегамаркет Континент. Для вас огромный выбор одежды и обуви для всей семьи по низким ценам. Вас ждут в Доме торговли по адресу переулок Революционный, 6, 2 этаж.